Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 27 октября по 3 ноября. Ну что, поехали! И первое, чем нас радует этот Форзафон, это распродажа. На все европейские спорткары будет действовать скидка 30% на протяжении всего Форзафона. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Всем бояться». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Сорвиголова» 15 раз. Ну а для выполнения техники вам необходимо чередовать технику на грани фола в быстрой последовательности. Проще говоря, вам необходимо на быстрой скорости пролетать мимо проезжающих автомобилей. Но легче всего это выполняется на магистрали. За следующее испытание можно получить 50 тысяч кредитов и слухи о раритете, а называется оно «Невинная шутка». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Нежное касание» 10 раз. Но выполнить эту технику можно, если в дрифте коснуться любой твердой поверхности. Например, отбойник, стена или крепкий забор. За следующее испытание можно получить 35 тысяч опыта и слухи о раритете, а называется оно «В темном углу». Чтобы его выполнить, вам необходимо присоединиться или создать чемпионат и завершить его. Ну а главный приз за этот Форзафон — это 2 раритета, про которые я уже рассказывал. Ссылку на то видео вы можете увидеть наверху справа, либо в описании. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Форзафон, который стартует 3 ноября. И поддержи меня лайком, если заметил, что я поменял микрофон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!